Continue today with our lecture on archaeology. Yesterday we did the introduction. Мы сегодня будем продолжать лекцию по археологии. Вчера у нас было вступление. Today we're going to get into the more substantive. Сегодня мы углубимся в этот предмет. We are going to talk today about the archaeology of the Old Testament. Сегодня мы будем говорить про археологию Ветхого Завета. And to start with, и я хочу начать. I need to mention some of the things that are mentioned in the Bible that are also mentioned in other literature. Я хочу начать с некоторых вещей, которые, кроме того, что о них упомянуто в Библии, упомянуто также в других литературных источниках. One of the big enigmas of archaeology. Enigma. Одно из самых больших тайн археологии is why there are similar stories of creation and the flood in other literature that is not in the Bible. Почему в других источниках литературы есть такие же подобные истории о сотворении мира, о потопе, которые упомянуты в Библии и в других источниках? We have the a story in Mesopotamia. It's called Gilgamesh. У нас есть история о Месопотамии, которая называется Гильгамеш. That talks about creation of man and a woman. И там рассказывается о сотворении мужчины и женщины. We also have the story of the flood, a universal flood. У нас также есть история всемирного потопа. Similar to the story of Noah. Которая похожа на историю Ноаха. We also have in Egyptian literature. Также в египетской литературе an account of both the creation and the flood. Есть упоминания похожие истории на творение и на потоп. So the question has been raised: why are there similarities between biblical accounts and other literature that are not the Bible? Поэтому возник вопрос, почему есть похожие истории в Библии и в других литературных источниках? But if you read, for instance, the story of Gilgamesh or others in Mesopotamia, если вы прочитаете историю о Гильгамеше или других историй про Месопотамию, what is striking is not the similarities but the differences. Вы увидите наряду с похожестями вы увидите и разности. Not only Mesopotamia and Egypt had stories of creation. Не только у Месопотамии и у Египта были истории про сотворение мира. Но любая цивилизация, у которой есть записанные записи, they all have stories of creation. У всех есть свои истории о создании, о сотворении мира. It's also we find in additional literature in different cultures, including India. В дополнительной литературе разных народов мира находим похожие истории, включая истории индийские. Where the gods are angry at man and they decide to destroy it. Когда боги рассердились на людей и решили уничтожить людей. But what's important is not that they all talk about creation and even the destruction of humanity, like happened with Noah. Но важно не только о том, что рассказывается о сотворении и о уничтожении человечества, подобно истории с Ноаха. But the important thing is that they are very different. Но важно то, что эти истории также очень различны. Because in, for instance, in the Babylonian account of creation, например, в вавилонском истории сотворения, man is created after an angry fight between the gods. Человек был сотворен после битвы богов. In the story of creation in Egypt, история творения Египта, египетская, man is created as a god who is chased out of heaven. Человек был сотворен, человек это в принципе один из их башков, который был изгнан с неба. Do you remember that yesterday we talked about maximalist and minimalist, right? Помните, мы вчера говорили о максималистах и о минималистах. Do you remember that? Помните об этом? I don't have to repeat. Я надеюсь, мне не нужно повторять. Do you remember minimalist? Помните о максимализме и минимализме? Minimalist will say the Bible is just another story. Минималисты говорят, Библия это еще одна сказка, еще одна история. Because we have story of creation written by Babylonians. Например, у нас есть история сотворения, написанная из вавилонскими источниками. And we have creation written by Egyptians. И у нас есть история сотворения, написанная египтянами. And we have the Greeks when they wrote the Theogony. И есть греческие истории об их богах и сотворении мира, греческие истории Теогонии. But what's important is that, you know, people will argue the Bible is just another book because it contains stories about creation, like in many other pieces of literature. И люди могут вам сказать, что Библия это еще одна книга наряду с другими книгами, в которой также рассказаны сказки про сотворение мира. But there's one major difference that needs to be taken into account. Но есть одно основное различие, которое обязательно нужно принять к сведению. In the Bible, the creation, сотворение, которое описывается в Библии, there is not a fight in heaven between the gods. На небе не происходило никакой битвы между богами. But it says Davar Elohim, the word of God, he spoke and the word was created. Единственное место, единственный источник это Библия, где описывается, что сотворил Бог своим словом все на этом свете. It's very different from the Egyptian creation. Это очень отличается от истории египетского сотворения. Very different from the Babylonian creation. И очень отличается от истории вавилонского сотворения. Where in both the Babylonian and Egyptian creation, man is cast away from heaven. Как и похожесть вавилонского и египетского сотворения в том, что человек, будучи Богом, был изгнан с небес и стал человеком. In India, in literature of India, в индийской литературе, in Mesopotamian literature, и в месопотамской литературе, Egyptian, египетской, Greek, греческой, all creation is something bad. Creation is something negative. Сотворение основывается на чем-то плохом и негативном. But when we read in Bereshit, но когда мы читаем Берешит, Бытие, God says what? Что сказал Бог? Good. It is good. Он сказал, это хорошо. It is good. Бог посмотрел на то, что Он сотворил, и сказал, это хорошо. Different from, so it's not that the Bible is just like any other book. Поэтому Библия это не еще очередная книга. It is a very different book. Это книга, которая очень отличается от всех других книг. Because the content of what he says, потому что содержание того, что он говорит, is the story of a loving God, это история любящего Бога, who wants to have fellowship and a relationship with his creation, который хочет иметь взаимоотношения со своим творением. In the Egyptian chronology of creation, в египетской хронологии творения, the gods are always angry and fighting with men. Боги всегда злятся на людей и всегда с ними сражаются. But in Genesis, in Bereshit, it says that God had fellowship with men. Но в Бытие написано, что у Бога было общение с сотворенным человеком. All that to say that those who do not give value to the Bible because other cultures have stories about creation. И я все это говорю для того, чтобы показать, что многие не понимают ценности Библии из-за того, что у них есть другие истории и другие источники с историями о сотворении. The Bible is different. Но Библия отличается. Is the revelation of a loving God. Это откровение любящего Бога, who loves men, который возлюбил человека, and wants to have fellowship with him. И захотел иметь с ним общение. We're going to look now at certain things that will tell us that the Bible is reliable. Мы сейчас посмотрим на некоторые вещи. Это будут некоторые доказательства того, что Библии можно доверять. I'm going to start with this map. Я хочу начать с этой карты. This map shows a region of Egypt. Эта карта показывает оригинальный Египет. We call it Tell. Remember what Tell is? И мы называем это Тель. Вы помните, что такое Тель, да? In Arabic and Egyptian, Tell is with the two L's. На арабском языке и, следовательно, на египетском Тель пишется с двумя L. In Hebrew, it's one L. На Тель на иврите пишется с одной буквой лами. Но это одно и то же слово. Помните, что такое Тель, да? Okay, because of satellite images. Благодаря фотографии спутников. They found out, looking not at the surface but below the surface with infrared cameras. Удалось сфотографировать не поверхность, а то, что лежит глубже поверхности, благодаря инфракрасным лучам. They discovered a city. И они обнаружили город. That we call it Avaris. Который мы называем Аварис. The region is in a mound. Remember what a tell is? И он находится на пригорке, на горе. Помните, что такое? A simple view, everything, everybody believed it was a hill. И все думали, что это обычный холм. But the infrared satellite showed there was a city underneath. Но инфракрасные лучи, которые сфотографировали, показали, что под ним был построен город. So 15 years ago they began the excavation of the The town was Tell el-Daba. Город назвали Тель-Даба. And they discovered that here was a very ancient city. И они обнаружили, что в этом месте был захоронен очень древний город. There were farms. Там были фермы. But this in the Bible is part of Goshen. Но это в Библии упоминается как земля Гошем. Who lived in Goshen? Кто жил в этой земле? Israelites, right? Мы жили, израильтяне. So the city that they discovered, поэтому этот город, который они обнаружили, was not an Egyptian city. Не был египетским городом. Was a city of people. Different from the Egyptians. Это был город, в котором жили люди, которые отличались от египтян. And after much research and digging, после глубоких раскопок и тщательного изучения, it has been discovered that it was the capital of a region that controlled Egypt. For 200 years. Было обнаружено, что это была столица, и она контролировала весь Египет в течение 200 лет. And the people there were called the Hyksos. И народ, который там жил, назывались Иксы. But they welcomed people that were different, strangers. Но они хорошо относились к людям, которые отличались от них, к иностранцам. And these people were different in the way they lived. И эти люди отличались своим образом жизни. And we have hieroglyphics and images, paintings in this town of the people that live there. У нас есть рисунки, иероглифы людей, которые жили в этом городе. They have beards. У них были бороды. And they were shepherds. И они были пастухами. What was Abraham? Кто был Авраам? Was he a farmer or a shepherd? Он был пастух или фермер? Shepherd. Isaac, shepherd. Yaakov, Itzhak and Yaakov, and the people that lived here, и люди, которые жили здесь, in the region that we identify as Goshen, в этом регионе, который сегодня мы идентифицируем как земля Гошен, were invited by the Hyksos. Их пригласили иксы. Do you remember that in the book of Exodus, when we talk about Passover, this a new Pharaoh came? Помните, когда мы читаем историю Песаха в книге Бытия, и там упоминается о том, что к власти пришел новый фараон? When Joseph went to Egypt, когда Иосиф пошел в Египет, was at the time when the Hyksos took control of this part of Egypt. Это было то время, когда иксы взяли под свой контроль эту часть Египта. And he befriended Joseph and his family. И Иосифа и его семью пригласили и очень по-дружески к ним отнеслись. But then a new Pharaoh, remember this, a new Pharaoh came? Потом написано, что пришел новый фараон. And it coincides with the time when these Hyksos were expelled from Egypt. И также описываются времена, когда иксы были изгнаны из Египта. So we have very much certainty. Поэтому у нас с большой долей вероятности that the city of Avaris, мы можем сказать, что город Аварис, that we have referenced in many other pieces of literature, который упоминается в других литературных источниках, speak of a people that welcomed the Israelites who lived here. Который говорит о том, который говорят о людях, приветствующих израильтян, когда те пришли в то место. Не просто поселение было, отличалось от египетских поселений, но также от взаимоотношения между людьми мы можем понять, что это были совершенно две разные культуры. И мы находим внешние доказательства, that there was a people who lived there, потому что был народ, который жил там, and these are the people that we can identify as the Israelites who dwelt in Egypt during the time of the time when the Israelites were slaves in Egypt. И мы можем идентифицировать этот народ с израильтянами, которые жили в то время в египетском рабстве. I'm going to be talking about external evidence that shows through archaeology. Я буду говорить о внешних доказательствах, которые показаны нам через археологию. That facts that are in the Bible, что те факты, которые находятся в Библии, can be sustained and supported by archaeological finding. Можно с большой долей вероятности найти в археологических исследованиях. And let me repeat, this research is not done by Christians who want to prove the Bible. Я хочу еще раз повторить, что эти исследования не делались христианами, которые хотят их подогнать под Библию, доказать, что Библия это правда. Yesterday, how many of you were here yesterday? All of you were here yesterday? Сколько из вас человек вчера были здесь? Were you here yet? Кто вчера здесь был? You remember when I talk about the process of archaeology, how complicated it is? Помните, я вам рассказывал, спасибо большое, that you need archaeologists, you need archaeologists, you need permits, you got volunteers, you got $1 million for every year. So it's a complicated thing. Что вам нужно очень много профессионалов, археологов, бюджет в $1 миллион для того, чтобы сделать археологическое исследование. And no archaeological research is done by a church or denomination. И никакое археологическое исследование никогда не производилось церковью или какой-либо деноминацией. It's always done by the government or universities. Оно всегда было произведено или правительством страны, или университетом каким-то. Who are not interested in pointing out that the Bible is true. У которых не было никакого живого интереса для того, чтобы доказать, что Библия это правда. But the findings, но те обнаружения, prove and talk about the credibility of the Bible. Они доказывают о том, что Библия это источник достойный доверия.